Коллективы Одесской юридической академии, Международного гуманитарного университета в последний путь провели заслуженного юриста Украины. Юрий Евгеньевич Полянский работал в юракадемии с 1997 года, был проректором по учебно-методической и воспитательной работе. Затем возглавил Международный гуманитарный университет. В 2012 году стал лауреатом государственной премии в области образования. В последнее время работал на кафедре организации судебных и правоохранительных органов и адвокатуры юракадемии. Огромный вклад Юрий Полянский внес в развитие Центра культуры Одесской юридической академии. Также Юрий Евгеньевич стоял у истоков создания Украинской морской партии Сергея Кивалова. Своим честным и самоотверженным трудом заслужил огромное уважение коллег и студентов. Это тяжелая утрата для всего коллектива Национального университета юридической академии, Международного гуманитарного университета. Потому что он приходил как хороший менеджер и оказывал реальную помощь тому или иному структурному подразделению, будь это Национальный университет юридической академии или это Международный гуманитарный университет. Там, где Юрий Евгеньевич работал, везде было понимание, везде хорошее отношение к нему. И самое важное, что его безумно ценили и уважали студенты, преподаватели, сотрудники нашего университета. Ушел из жизни один из первых членов Украинской морской партии, когда мы ее создавали 20 лет назад. Он стоял у истоков партийного строительства Украинской морской партии. Он был одним из учредителей и человеком, который делился своими знаниями, своим опытом в отношении партийного строительства в нашем городе, в нашей стране. Вечная память о Юрии Евгеньевиче Полянском, активном члене Украинской морской партии, останется на века. У Юрия Полянского остались жена и сын. Телеканал «Репортер» приносит глубокие соболезнования родным и близким Юрия Евгеньевича.